Red Bull X-Alps – это беспрецедентная парапланерная гонка, которая проходит в Альпийских горах и в которой участвуют известные атлеты со всего мира. Идея парапланеризма заключается в том, что пилоты взлетают со склонов гор, ищут восходящие потоки воздуха, набирают в них высоту и летят к следующим. Это происходит до тех пор, пока греет солнце. Так можно преодолевать десятки и даже сотни километров. Огромная дистанция, множество поворотных точек, запрет на использование атлетами любых транспортных средств, включая подъемники, непредсказуемые погодные условия и локальные особенности альпийских гор делают эту гонку уникальным и сложнейшим мероприятием с точки зрения прохождения и организации. За время гонки более 30 спортсменов пересекают 5 стран, проходят дистанцию длиной более 1100 километров на парапланах и пешком, стартуя в Зальцбурге и финишируя в Монако. Red Bull X-Alps – это масштабное и самое освещаемое в медиапространстве событие в парапланерном мире, которое проходит каждые 2 года и собирает лучших из лучших. В течение 2 недель сотни тысяч зрителей со всей планеты следят за передвижением команд в реальном времени благодаря системе трекинга и работе огромной медиакоманды, ведущей круглосуточную съемку на земле и в воздухе. В 2019 году российский атлет Евгений Грязнов вновь принимает участие в этом мероприятии. Андрей Машак является его официальным суппортером. В этом году я участвовал в гонке уже в 5-й раз. Могу сказать, что из года в год гонка проходит по-разному. Меняется маршрут, погода вносит свои коррективы. В этом году маршрут усложнили. Старт в Зальцбурге и финиш традиционно в Монако. Но еще никогда атлеты не пересекали альпийский массив столько раз. Общая дистанция составляет 1138 километров. Вне зависимости от погоды, дождь, ветер, грозы, гонка не останавливается. В этом году мы выехали в Альпы заранее и тренировались целый месяц. Начали мы от точки Ваграйн в Австрии и дошли до поворотной точки Монтевидео на границе с Италией. По нашему мнению, это, конечно, недостаточно, потому что преимущество все равно остается у пилотов, которые тренируются и живут в Альпах. 30 мая, где-то в Швейцарии. В этом году в Альпах слишком много снега в горах, много лавиноопасных участков, перевалы засыпаны снегом. Организаторы серьезно обеспокоены этим и выделили атлетам гидов, тем, кому они нужны, для прохождения лавиноопасных участков. Также снабдили оборудованием, кошками и ледорубами. И что это у нас здесь? О, даже не знаю, игнорировать или откопать. Скользкая дорога. Неужели? Традиционно старт Red Bull X-Alps проходит в австрийском Зальцбурге, на одной из городских площадей. Тысячи людей приезжают сюда, чтобы поддержать атлетов. Пилоты стартуют в центре города и бегут на гору Гайсберг 6 километров с перепадом высоты более 1200 метров, где им необходимо расписаться на первом стенде и готовиться к первому полету. Так начинается изнурительная многодневная гонка, в которой пилоты преодолевают не только дистанцию, но и себя. Включают все свои ресурсы, используют весь накопленный опыт, выстраивают тактику передвижения и испытывают свою удачу. Первый день погода была не очень летной, база была низкой, солнца и прогрева практически не было. Пилоты отвисались перед стартом, и затем группы полетели по направлению к первой поворотной точке Ваграйн.
Висел низкий туман, местами моросил дождь. Атлеты пролетели, насколько было возможно, по маршруту при такой погоде. Приземлились до линии и дальше пошли пешком. Первый день мы немного не дошли до Ваграйна, но на утро следующего дня мы были на месте. Можем там подняться на южную экспозицию. Может, на те поля, где мы с тобой смотрели, или вниз? Ну да, нам надо же вниз спуститься сначала. Вот, 17 километров это многовато. У нас да, 7 часов. Народ вот сюда попрется. Всем спасибо за поддержку. После обеда Евгений взял третью поворотную точку Ашау в Германии, поднялся на старт в надежде продолжить полет по маршруту в сторону четвертой точки Кронплац. Найти восходящий поток, но через какое-то время набрал высоту, достаточную для того, чтобы пролететь еще несколько десятков километров по маршруту. Доброе утро. Тут как тут. Витя, сколько сейчас время? 4:30 с чем-то. Стоим от Кёса на километров 15, наверное, вниз, на юг. На третий день с 5 до 10 утра мы шли по долине, затем поднимались на гору на место старта, откуда Женя продолжил полет по маршруту в сторону четвертой точки Кронплац. С начала дня у нас была хорошая позиция, мы были в десятке. Возможно, это стало причиной допущенной Евгением ошибки. Он не набрал достаточно высоты для перехода через хребет, разделяющий Австрию и Италию. Ему пришлось приземляться и потратить около получаса для подъема на перевал и стартовать заново. Именно это, казалось бы, не очень критическая ошибка отбросила нас на несколько позиций назад. Я продолжу полет, приземлился на Кронплац, где все атлеты должны были расписаться, стартовал снова, но вскоре по маршруту начались формироваться грозы, которые представляют для нас высокую опасность и которые не позволили пролететь запланированным маршрутом. Я полетел западнее, чем хотел, и мне пришлось приземляться недалеко от города Брюника. На следующий день нашей целью было добраться до Лермоса, но сильный северный ветер не позволил нам быстро пройти дистанцию. За третий и четвертый день мы существенно ухудшили нашу позицию, поэтому Евгений принял решение взять Night Pass для того, чтобы иметь возможность двигаться всю ночь. Около 2 часов ночи Евгений добрался до точки 5 Лермос. Российские фанаты решили поддержать Евгения и сняли небольшой ролик о своих забегах в его поддержку. Женя, ты видишь, у нас в Санкт-Петербурге уже глубокая ночь, ни хера не видно, глаз выколи. Команда отморозков и клуб приветствует тебя, ждем тебя в Монако. Так держать. Анька, Питер бежит вместе с тобой. Мы за тобой последим и волнуемся. Мы верим, что этой ночью у тебя получится нагнать отставание. Сегодня Женя воспользовался тактической возможностью продолжить гонку ночью. Привет, Женя.
От лица всех питерских пилотов и команды Fly Monkey я бегу за тебя. И буду бежать всю ночь, пока Red Bull не закончится. Айда! Даже в гипсе фанаты Питсальц бегают за Женю Грязнова. Вперед! Женька, бегу с электрички, с помидорами. Беги, Женя, мы все с тобой бежим. И будем бежать всю ночь, как и ты. Несмотря на усталость и напряженную обстановку внутри команды, мы от души посмеялись и благодарны за слова поддержки нашим фанатам. Из-за допущенных ошибок команда упустила погоду, которая шла волной впереди, и уже стало сложно поспевать за ней. Следующие три дня лететь удавалось с трудом или не удавалось вовсе. Только сел, и начался дождь. Даже не успел купол собрать. Пойду под елку. Пойдем. Евгений держится в середине таблицы, но проходит большие дистанции пешком, что не прибавляет команде скорости. По маршруту часто встречаются ливневые осадки, грозы и ветры. Тем не менее, Евгений приближается к следующей поворотной точке в Швейцарии – Давос. Нашей целью было зайти на перевал и слететь вниз, чтобы не идти пешком по серпантинам и не тратить драгоценное время. Мы заехали на перевал раньше Евгения. Я поднялся чуть выше в поисках стартовой площадки, но начался дождь со снегом, мне пришлось спуститься вниз к машине. К этому времени Евгений уже поднялся на перевал. Потом, короче, еще столько же поднимаешься, и еще одна такая платошка в перемешку со снегом. А потом лежат валуны, ты фотку получил? Ну, так вот, там не видно его крыши, да? Они вот такой. Там масштаба не видно. Я пролазил, короче, я такой смотрю, там расщелина. То есть, если туда упасть, ну, то есть, и все. Ну, я только археологи найду, да, и то вряд ли. Небо было затянуто облаками, шел моросящий дождь. Но внезапно погода улучшилась, и это было настоящим подарком для нашей команды. Мы поднялись на стартовую площадку. Евгений быстро подготовился и слетел к Давосу, взяв точку 6. День рождения Евгения совпал с гонкой, и наша команда не могла его не поздравить. Воду набираем. Хотим подарок сделать Жене. Поставить бассейн с горячей водой и удочку туда запустить. Нормас гребет, смотри. Ну, прям как Женя. Как ученик в потоке. А ты откуда это взял? Дома? А. Надо матрас выкатить. Нормально же все. Днем рождения! День рождения! Мы тебя подготовили, давай раздевайся. Надо быстро. Она да, горячая. О, она реально вообще, давай. Прыгай. Не надо прыгать. Обещанная утка. Иди сюда. Она еще запускается. И лапками машет. Давай, давай. Фото на память. Не прыгай. Хорошо, прижимайся ко мне. Евгений был очень доволен, и мы все повеселились от души, сняли эмоциональное напряжение. Я думаю, это был один из его самых необычных и ярких дней рождения за все время.
Точка 7. Титлис. 3238 метров над уровнем моря. Склоны самой высокой горы Центральной Швейцарии покрыты ледниками и снегом. Южные и восточные склоны почти отвесны. На эту поворотную точку нужно зайти, либо приземлиться на вершине. Большинство участников X-Alps поднималось на гору пешком, и лишь несколько спортсменов смогли туда приземлиться. Евгений Грязнов – один из них. Одним из самых запоминающих дней для меня был полет на точку 7 Титлис. С места ночевки был достаточно тяжелый подъем на гору. Выше 2000 лежал снег и была опасность схода лавин. Мы тормознули по пути, перевели дыхание и пошли на финальный штурм. К этому времени солнце растопило снег и идти стало еще тяжелее. Мы поднялись на перевал 2800 метров над уровнем моря. С него мы планируем лететь к точке 7. Титлис. Старты и условия тоже были не самыми простыми. Огромные валуны и попутный боковой ветер. В начале полета я очень долго не мог набрать высоту, чтобы перейти через хребет в сторону поворотной точки. Но погода улучшалась. Мне удалось набрать и прыгнуть на склон Титлиса. Правда, сильно ниже вершины. База в этот день была ниже горы, но с юга, откуда я подходил, отвесные скалы хорошо пригревали солнце. Они позволили набрать максимально возможную высоту. Я приземлился на склон Титлиса, немного ниже точки, где также необходимо было расписаться. Приземление практически на вершину горы Титлис было маленькой победой для нашей команды, особенно учитывая, что погодные условия в тот день были непростыми. С северной стороны на вершине Титлиса довольно много площадок для старта, но нам нужно было стартовать на южную сторону, чтобы не оказаться в подветренном роторе. Евгений отыскал небольшой участок, с которого можно было стартовать, но там не было права на ошибку. Буквально два шага и был обрыв. Также мешали острые камни, которые могли повредить стропы параплана. Евгений принял решение не рисковать. Ему пришла другая идея – перепрыгнуть через полутораметровое металлическое ограждение. Организаторы прозвали этот пируэт самым акробатическим стартом на гонке Red Bull X-Alps 2019, а мы продолжили полет по маршруту. Йо-хо! Время поджимало, погода заканчивалась. Я быстренько стартанул и полетел к Эггеру, следующей точке, где необходимо взять цилиндр, что мне удалось в полете. Это был самый красивый и удачный полет. Подъем на точку Титлис пешком занял бы очень много времени, а красота, которая окружала, была неповторима. Отвесные скалы и водопады – это было незабываемо. Вскоре погода резко меняется. Приходит антициклон и нехарактерная для этого времени года жара за 30. Евгений берет точку 9 во Франции, Монблан. Но движение по маршруту становится заметно медленнее. Воздух слишком перегрет. Атлетам сложно передвигаться при температурах 35-40 градусов. Помимо этого, практически перестали формироваться восходящие потоки воздуха и стоит низкая инверсия. Светит солнце. Евгений стартует раз за разом, поднимаясь на склоны гор, но набора высоты нет, приборы не издают ни звука. На девятый день, когда Евгению Грязнову до финиша было еще более 300 километров, бессменный лидер, швейцарский атлет Кристиан Мауэр, финиширует в Монако. Гонка остановится через два дня. Российскую команду этот момент застал после взятия точки 10 Сент-Илер в 270 километрах от Монако. Теоретически преодолеть дистанцию в 300 с лишним километров за два дня возможно, но при условии хорошей летной погоды.
Из-за нашего отставания на 1-2 дня от лидеров мы не смогли зацепиться за погоду, которая шла перед нами всю вторую половину маршрута. Трудно было предположить, что мы столкнемся с таким явлением, и трудно было представить, что несколько моих допущенных неточностей по маршруту так повлияет на итоговый результат. Но это X-Alps, и здесь ошибаться практически нельзя. Конечно же, удача важна, но основную роль играет даже не столько физическая подготовка и умение летать, сколько доскональное знание местности, через которую проходит маршрут. А это невозможно без постоянных регулярных тренировок в Альпах и людей в команде, которые знают эти горы как свои пять пальцев. Хотел бы я участвовать снова? Думаю, да. Из года в год меняется дистанция и поворотная точка маршрута. Каждый X-Alps особенный, он никогда не похож на предыдущий. Каждый раз мы проходим новые трудности, победы, удачи и поражения. X-Alps – это не только физическая подготовка и умение летать, это тактика, слаженность команды и, конечно, ваша поддержка. Мы еще сделаем выводы, что можно было сделать еще лучше в этой гонке. И я верю в наши силы и в том, что в следующий раз наша команда доберется до заветного плота в Монако. Я пилот, летающий многодневные автономные биваки в горах Таджикистана, Киргизии, Индии и Непала. И мне было интересно посмотреть на эту гонку изнутри. Сейчас, после завершения гонки, мы видим, где приняли правильные решения и где допустили явные ошибки. Со стороны все кажется проще. Даже наша команда, следовавшая за атлетом по маршруту, не всегда осознавала, с какими рисками сталкивается атлет и почему он принимал те или иные решения. Многое можно списать на недостаток опыта полета в Альпах, везение и его отсутствие. Еще не раз с Евгением мы будем анализировать пройденный маршрут и проводить работу над ошибками. В то же время мы уже пришли к определенным выводам. У меня практически сложилась картина того, что нужно, чтобы выступить в следующей гонке гораздо лучше, какого плана должна быть подготовка и кто должен быть вместе с нами. Потому что в этой гонке побеждают не только атлеты, но и их команды, без помощи которых выиграть эту гонку невозможно. В этом году Евгений Грязнов закончил гонку 17-м из 32 атлетов, не дойдя до Монако 270 километров. Это были дни колоссального напряжения – физического, умственного, эмоционального. Мы вступили в борьбу не только с тремя десятками атлетов, каверзами погоды, сложностями неизвестного рельефа. X-Alps – это прежде всего испытание себя, преодоление, внутренний рост, ответственные решения и ошибки – а уж потом соревнования между людьми и крыльями. Still.
этом году мы выехали в Альпы и тренировались целый месяц. В этом году мы выехали в Альпы заранее и тренировались целый месяц. В этом году мы выехали... Блин, да я не могу перестать улыбаться, подожди. А можете поближе друг к другу идти? На фоне взятого Найтпасса российские болельщики. Анютка, ну что тут, блин, рассказывать? Тут надо все спокойно. Дорогие товарищи. Российские фанаты решили поддержать Евгения и сняли отличный ролик про свои ночные забеги. Я поднялся на пик... Так, нет, куда я поднялся, бля? Блин, у меня в телефон снег падает. Небо было затянуто облаками, шел моросящий дождь. Мы были так расстроены, но внезапно... Внезапно прекратился. Нет, не прекратился. Нет. Сколько нужно? Брусчатки в Москве максимум. Картина того, как нужно выступить, чтобы победить. Евгений быстро подготовился. И чего? Женя готовится. Мы хотим сделать пару кадров его в воздухе. Аня чуть не поскользнулась на снегу второй раз. После обеда Евгений взял третью поворотную точку Ашау в Германии и поднялся... куда он поднялся? Зачем ему это надо было, блин? О чем только не разговаривали? Надо обвиняться. Violence. Violence. Violence — это насилие. Насилие? Понял? По отношению к суппортеру запрещено. Кабанку Red Bull еще. Женя слюну еще с угла рта пусти. А вам второй чайник возьми, значит. Завтра пролог. Маски разноцветные. Разноцветные.